Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас Бравл Старс, и сегодня мы с вами поучим IGG. Вот, хотелось бы, чтобы они научились делать правильное обновление. Так, я надеюсь, вам там не сильно громко. Как люди делают обновления для людей? То есть, и получают деньги, и нормальная игра развивается, в нее играют миллионы, и всем она нравится. Итак, поехали. Заходим. Вчера было обновление, у нас добавили нового бойца. В принципе, можно было мистер Пи. Нифига себе, даже сделали уже так, что можно смотреть, у кого какие ставки. Обалденно, вот честно скажу, вообще супер. Охота на лис. Супер служба доставки. Описание сделали, ну реально, реально круто, это однозначно плюс. Но это не главное, что я хотел показать, то есть они продают те, у кого нету, они дают возможность предварительно получить 350, это по сути там 20 баксов. За 20 баксов вы покупаете нового героя, это не 400, не 500. И вот что у меня вчера было. Перед этим день у меня были бесплатные, то есть я добрал там за 800 монет, сделал на Бе полностью 10-ю силу. Нам осталось еще получить вторую силу топовую для нее. Ну, я думаю, она после 10 может появиться, как раз когда обновится базарчик, плюс жетончики дали. Ну и самое основное, дали мега ящики. Просто вот кайф. 6 мега ящиков, ребят. Эти мега ящики, вот если посмотреть по магазину, да, вот он 80 стоит. 6 на 8 480. Как раз только сколько у нас есть гемов, да, 480, если зайти в магазинчик дальше, ну вот 20, 30, ну 30 баксов считайте. 460, ну меньше чуть. 25 баксов. 25 баксов вам дали на халяву, дали возможность хоть какую-то словить. Плюс здесь не падают повторки, вы можете прокачаться дальше. Это тоже однозначно плюс. Ну, в общем, поехали. Я забираю себе однозначно мистера Пи. Мифический четвертый. Ну, у меня еще одного мифического не хватает. Забираем скин. И на это тоже заберем. Тут у нас божья коровка. Так, ну поехали, пооткрываем. Давайте поехали посмотрим, потом пооткрываем эсики. Мистер Пи. Меня сейчас, кстати, на него будут падать осколки. Давайте сразу откроем. У нас остался только Макс с недостающим. 231 осколок. А я думал, сейчас еще Макса вытащим. Это вообще будет бомбически. Вот, ребятушки, супер обнова, которую надо делать вот по правильному. Посмотрите, вот. Кайф вообще. Нормально, нормально, пойдет. Мы будем мистером Пи. Еще плюс 120, плюс 5, плюс 3. Кайф. Да ну нафиг! Вот это, ребятушки, подгон. Вот так вот надо собирать аккаунты. Мистер Пи купили, получили Макса. И у меня теперь, ребят, опять фуловый аккаунт. Полностью все герои. Ну, что я могу сказать? Спасибо. Вот, ребятушки, вот пример обновы. Все герои просто тупо. И это мы получили с бесплатки. С бесплатки. Офигеть. Офигеть просто. Я просто в шоке. Поехали сейчас мистера Пи улучшим.
шестой, седьмой, восьмой. Ну, осталось там немножко, я его доулучшаю, наверное, скорее всего, до того, чтобы получить на него суперсилу. Не знаю, немножко подвисает, наверное, или нормально. Ну, подвисает, наверное, как обычно. Это все пофиг. Я собрал. Это просто жесть, ребят. Я, честно говоря, в шоке. Я в шоке. Вот это называется обновление для людей. Офигеть просто. Поехали, посмотрим. Кстати, мы на этого, на Ниту не поставили скин вроде. Поехали, начнем с Ниты, посмотрим их всех. Новое, кстати, это... Новое, тут всегда каждое новое что-то интересное добавляет. Блин, конечно, оно тупит. Адская дика. Офигеть, как тормозит. Ну, что я могу вам сказать? Ну, это у меня это на передаче тормозит, к сожалению. Ну, короче, это реально, это кайф. Нормально так развалили. Блин, надо разбираться с передачей, либо пробовать играть все-таки с планшета. Ну, в общем, вот так вот. Изи просто. Поехали смотреть дальше. Просто кайф. Я, честно говоря, в шоке, что опять мы собрали всех героев. Такс. Поехали. Поехали сразу же тестировать. Блин, ну, тормозит. Вот надо разобраться. Напишите мне, кто знает, какие еще передатчики. Потому что Power Mirror реально через Wi-Fi притормаживает. Как вам? Нифига себе у него дамага. Офигеть! Я в шоке. Это просто жесть. Блин, ну не тормози. Он просто тупо разваливает. Жесть! Насколько он обалденный, ребят. Блин, да он закидывает через... Да ну нафиг! Офигеть! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Да пофиг, что просрём. Я, честно говоря, в шоке. Я больше смотрю на то, как персонаж. Нифига мы, конечно, не просрём. Нифига себе, он просто мочит, ребята, это просто жесть. Я офигею. Жесть. Просто жесть. Нереально круто. Нормас. Ну что вы на это скажете? Вот это вот называется крутое обновление, которое реально офигенно для всех. Да, ну можно играть с донатом, но здесь можно играть и без доната. Это все можно реально сделать настолько весело. Вот IGG. Посмотрите, что он делает. Это просто писец какой-то. Хоть у меня тут притормаживает сейчас. Но это просто жесть. Ай-яй-яй, меня зафигачили. Ну, не знаю, мне, честно скажу, вот это вот мне понравилось сегодня одно. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Не знаю, пишите комменты, ставьте лайки. Это реально игруха, которая приносит кайф. Вот почему в Brawl Stars интересно играть, интересно пофаниться. Особенно возможность есть пофаниться с друзьями. Супер. И туда дает. Отлично вообще. Вообще огонь. Go-go-go! Дальше нам не хватает. Так, а сколько мы там? 60 по 60. А, по 80 у меня ящик. А, даже они по 80. Фига себе, 6 на 8, 48. 500 вам дали. Это я что-то провтыкал. Офигенно. Просто офигенно. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.